Филипп Киркоров отпраздновал день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира – Бурдж-Аль-Араб, где банкет для приглашенных гостей был накрыт на 27 этаже. Короля поп-музыки поздравляли именитые звезды российского шоу-бизнеса – Полина Гагарина, Жасмин, Татьяна Навка. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и вовсе приехала всей семьей в сопровождении детей и супруга Курбана Омарова. Вечеринка получилась по-королевски шумной и яркой. Гостей привлекали хиты «Абба», «Люкс», диджей Катя Гусева и арабские танцовщицы. Угощение Киркоров, как и музыку, выбирал сам. Устрицы, лобстеры, фуа-гра и прочие изыски гурманов. И в завершении вечера на сцене появился поистине королевский многоярусный торт со съедобной короной. После завершения банкета гости не покинули жаркий Дубай. На берегу Персидского залива состоялся концерт короля российской поп-сцены. Звезды с удовольствием делились видео с праздника и выступления, зажигая от души под хиты Филиппа Киркорова. Главным пожеланием ко дню рождения артиста стало победное возвращение с Евровидения, где в этом году он поддерживает Сергея Лазарева. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!